отношению к правительству пленум выработал четкую позицию. Значит, потребовать, чтобы это правительство выражало интересы страны, большинства граждан, обеспечило целостность, выживание в этих критических условиях и все сделало для того, чтобы производство и наши товаропроизводители работали как следует. Максимально обеспечило прожиточный минимум каждому и сделало все необходимое для стабилизации ситуации в стране. Отношение наше к правительству будет определяться сугубо конкретными шагами. Главы муниципальных образований Тульской области практически в полном составе официально обратились к Народно-патриотическому союзу провести общероссийский съезд глав муниципальных образований. Они считают, что главным злом для страны является президент Ельцин и его политика. И требуют, чтобы этот съезд под эгидой Народно-патриотического союза состоялся, и чтобы официально все регионы, все районы, города, вся провинциальная Россия заявила в один голос: «Уходите, господин Ельцин, мы сыты по горло вашей политикой и вашим разбоем, мы будем проводить качественную политику».